России в Нью-Йорке проходит благотворительный концерт. Все средства, собранные от мероприятия, пойдут на лечение онкологически больных детей. Это не первое мероприятие, которое организовывает фонд Дианы Багратиони при поддержке Генерального консульства России в Нью-Йорке. Работа фонда неоднократно удостаивалась признания и благодарности от мэрии города Москвы, Сената США, а также онкологических центров России, США, Грузии и Израиля. На этот раз деньги получат два онкологических центра – Слоун Кеттеринг в Нью-Йорке, а также российский фонд «Подари жизнь» в Москве. Меня очень часто спрашивают, а много ли собирается денег и многим ли мы можем помочь. И я всегда отвечаю, что нет. К сожалению, собирается не так много. И даже если будет большая сумма, мы знаем, что лечение оно безумно дорогое. И здесь, и там, везде. Поэтому любая копейка, которая будет собрана на полностью, все полностью, отправляется по адресату. Поддержать детей в этот вечер пришли общественные деятели, представители различных организаций, дипломаты, ветераны Великой Отечественной войны, а также Ассоциация блокадников Ленинграда. Этот день совпал с 73-й годовщиной полной снятия блокады Ленинграда. Не смогли остаться равнодушными и гости из разных стран, ведь онкологические заболевания – это глобальная мировая проблема. У меня также есть свой благотворительный фонд, где мы помогаем женщинам, детям бороться с онкологическими заболеваниями. Я считаю, это очень важное дело. У моего внука лейкемия, и я не понаслышке знаю об этой проблеме. Поэтому с радостью сегодня пришла поддержать детей. Американский форум русскоязычного еврейства много лет сотрудничает с фондом Дианы Багратиони. Мы рады сегодня быть здесь, мы рады поддержать все ее благотворительные проекты, как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Очень важный проект по поддержке больных детей. Спасибо ей большое за все, что она делает. В концерте прозвучали лучшие песни Муслима Магомаева в исполнении классического оперного певца Дэвида Винианидзе, а также романсы и попурри из известных песен в исполнении Людмилы Фисенко, заслуженной артистки Украины. Юлия Райдлер, Марат Насибуллин, НТВ Америка, Нью-Йорк.